запись поиграть. Так, армию соберем. Так, этот один только можем взять. Кто тут у нас есть? Что, у нас всего один трон, что ли? Того трона. Задолбасили же, да? И что это за армия? Где это? Такие ребята. Давай, это тихо, ребят. Ребят. Вон мы еще там забыли-то. В прошлый раз, вот такие были, да, по-моему? Нет, такие лучше. Какие? 153, эти 59. Что мы вот ищем? Вон золото, даже видел золото? Вон оно. Как его достать? По лестнице. Так просто не наденешься. По лестнице. Вон еще там есть с другой стороны. Забираем. И с другой стороны тоже лежало что-то, да? Забираем. И там вот еще план. Сверху забираем. А обычные деньги. Деньги есть везде, где не надо. Дайте нам шоколада. Так, заходим сюда, смотрим, что это. Ну-ка, внутри-то есть. А это мы наружу вышли. Вот, внутри это здесь. Вообще, что делать надо? Кто это? Получить награду Винсента. Где же Винсент этот? Ты его видишь? Вот он, на самом деле. Вот он. А, это ты? Хороший. Эти крысы будут знать, с кем с... Время платить по счетам. Уж поверь старому контрабандисту. Эти тролли вот тут. Спаси. А что он дал? Кто бы его знал, что это было? Неизвестно. Так. Дальше надо сюда пройти. Видишь, что это есть? Найти тайник бандитов. Найдем тайник бандитов. Соберем наше золото. Где там? То есть совсем мы не в ту сторону пошли. В ту сторону идти, да? Где-нибудь видишь тайник? А это есть тайник? Нет, вот он, да, сзади. Можно? И там еще золото. Там. Золото, это золото, это а магия какая? Природный зов. Вызвать можно медведя. Задание выполнено. Крепкий орешек. Так, теперь смотрим, куда еще как близко можно идти. А вот, сейчас смотри. Как какой-то тильник тут. И дальше найти Флавия Острослова. И тут тоже. Давай сходим к тильнику. Все обратно надо идти. Куда же идти-то? Сюда. Наверное, сюда. Да? Вот там видно даже его, видишь? Вот там стоит. Еще? Какой-то непонятный. А там еще драться можно с ним. Это поди. Какой-то зомбак. Что заставило тебя кричать, словно испуганное дитя? Там! Там, на поле! Никогда такого не видел! Там! Успокойся! Возьми себя в руки! Некромант! Или чудовище! Там мертвец! Ужасный мертвец! Не просто над ним что-то, поверьте мне! Я... Не сильно впечатляет. Убежал. Кто там, он говорит? Мертвец какой-то? Где он? Я что-то не вижу. А вон он. Вот он. Вот он. Будем драться с ним? Ты их мало, мы тут легко. Победим, да? Угу, их всего 3 штуки. Да, вон они, видишь, как летают. Так, у нас вон тролль, один всех можно забить, наверное, сразу. Всех троих. Так, плотников сюда ставим. Камнеметчика сюда. И этих вот сюда.
Да, этих тоже сюда будешь гнать. Ну. Пойдем. Ну, они смотри. Прячутся, да, за этими штуками. Там не мячик упасть не может по ним, да, зато по этим может. Этот упасть не может. Ну ладно. Давай сейчас всем дадим живой огонь. Дадим кому огня? Копейщикам огня. Этим огня. Вот это я хочу. Камнеметчику огня дать? Да. Ты думаешь? Да. Давай дадим. Стреляем по этим. Готово, да? Один. Так, это что, трон, что ли? Это, может пойти теперь? Это понятно не биться, или пусть сами приходят? Пусть сами приходят. Да, ждем, стоим. Дострелим, дострелим, дайте. Давай, по этим стреляем. Оп, так какие они. Не, а мы забыли этот делать, огонь, чтобы был. Чтобы не горели. Так, это кто у нас? Кого будем бить первого? Этих? Зомби. Или этих? Зомби. Этих? Да. Думаешь? Думаю. Ну, уже давно. Давай. Давай забудем. Три штуки сразу долбанули. Ох, эти за этим подходят, смотри. Я же говорила, пустами приходят. Надо было этих бить. Зачем мы это зомби, блядь? Ну ладно, давай сейчас огненным лучом испепелим. Кого? Этих будем? Этих, они же самые сильные, давай эти. А, этих, пожалуйста. Да, давай. Надо камнями. Да, чтобы не мешались, один есть. Ой, кто там? Давай сзади будем обходить. Дальше кто будет ходить? Лучники. Давай еще. А, лучники нет. Да, не. Это кто-то тебе? До камня дошли сразу, что ли? Каменчик погиб. Ну, погиб, что делать. Так, давай первого добьем этого. Не доделался, да? Этим пойдем долбоснем по сам бокам. Так, что тут еще есть у нас? Ладно, давай их сейчас. Сначала огоньком их поджарим. Что вам жизнь с сахаром не казалось, да? И потом тронем их. Потроним. Лучше тролем убегать уже. Давай, зомбаков. Лучниками тогда, если они будут стоять рядом. Ну, давай лутники отведем в сторону, чтобы не мешались этим. И потом издалека так воснем. А, неплохо. Двоих. Свержили. На пол. Да, они еще подгорают, видишь, немножко. Что, натроллили? Тут тролли уложили даже. Я не ожидал, что они тролля уложат. Спать! Чё себе? Я думал, они слабее. Ладно. Как так не смогли тролля уложить это? Прям чудо какое. А кто это считаете? Это Зун. Написано опустошенный. Опустошенный дом.
спрячем все за этих и стрельнем по ним. Сгорел один. Мало их осталось. Победим мы сейчас. Все, победим. Ура, победа! Так, вот можно вылечить. Можно, кого-то нет. Так, все, что там осталось? Что-то лежит еще осталось. Забрать у него свитер. Забрали? Забрали. Пять. Что придет? Почему же пойти? А, что-то не лежит, да? Взяли свинка. И мне лежит золото. Ну как же без него, конечно. Больше никого нет. Можно уходить отсюда. Чтоб не шарить. Так, теперь какая вот дырочка нас ожидает. Битва. Пойдем за битву. Пойдем посмотрим. О, что, кто это такие? Тролли, как у нас, маги. Нет, не тролли, эти. Пустоловые. У нас это тоже такие же есть. Сразу пятерых взять. Я открыл еще фильм сильный. Как думаешь, кто сильнее еще? Так, этого нам одного. Добавь, скоро вернем. Ну, армия, что, будем драться? Будем. Может, надо... Они, смотри, как руками махают. Давай сейчас сохраняемся здесь. Давай видео. И давай деремся, да? Вперед. Ну, они как будто слабые. Как будто как наша армия у них. Боже. Посмотри, у нас такие, и у них такие же. Ну. Я говорю, похоже на нашу армию что-то. У них и лучники есть, и стрелки, и все. Копеечки. А копеечков они не брали или брали? Это кто? Это тоже копеечки, это тоже мечники. Это целительницы. Это стрелки у них есть. У них арбалетчики, но надо их будет арбалетчиков в первую очередь. Ну, видишь, стреляют, как арбалетчики сразу полжизни. Так, давай. Живой огонь. Раз, два. С самым этим сильным будем. Живой огонь, готово. Так, по кому это будет стрелять? Арбалетчикам даже ничего не может притянуть воли. Так, а этим может? Мне не достает. По копейщикам может, по мечникам может. Давай по этим. Все живы, здоровы, надо же. Надо же ждут. Мать, чуть-чуть урон, наносит, ничего себе. А мы до них не достреливаем даже. Ну давай же продолжим это копеечку долбашить. Раз начали. Три копеечки сразу погибло. А эти куда бегут? Не знаю, что они нарывают, что ли. Сейчас я быстро с ними разберусь. Да какие слабые. А, ты чуть-чуть сбоку, смотри, я тебя добавил. Ничего себе. И все на одних и тех же нападают, без совести. Это вы что нападаете тут? Ну, у них погибли. Так, ну, значит, вы, значит, сюда пришли, да? Ну, и получаете. А это что такое?
Смотри, как они могут, смотри. Окей, они, смотри. Видела? Угу. У них тоже магия, что ли, есть? Ну, у них мало магии, но есть.